Если вы еще не открыли глаза, продолжайте так лежать. Главное, вы уже нажали кнопку на пульте своего телевизора. «Утро по-домашнему» — все-таки уникальная программа, которую можно смотреть с закрытыми глазами, если, конечно, вы сможете не поддаться искушению при открытиях и посмотреть на нас. Да, в студии сегодня Кирилл Политов и Елена Тарасова. Открывайте глаза, и впереди у нас много интересного. Но сначала-то коротко о том, что еще ждет вас в этом выпуске. «Дышу тобой». Кем уже второй год дышит певец Доминик Джокер и почему подбирал квартиру на Алтае? И знаем из рубрики «Кругом наши». Барнаульцы, поздравляем! Вы попали в историю. Все мы с вами уже 100 лет как на дне. Скоро узнаем, почему революционеры в своей шифрованной переписке называли Барнаул «золотым дном». Секс, насилие, воровство. Что такого интересного можно найти в интернете, чего лучше не находить детям? И как родителям уберечь свое чадо от ненужного, узнаем из полезного знакомства. Всем известны уральские сказы Бажова, но немногие знают, что существует и их алтайский аналог. В рубрике «Читай Алтай» сегодня познакомим вас с авторскими сказами. Самое время сообщить вам «Кругом наши». И сегодня о нашем Доминике Джокере. Доподлинно известно, что пару лет назад певец подбирал себе квартирку на Алтае и говорил, что когда-нибудь переберется сюда жить. А вот в прошлом году стала известна причина его внезапной любви к региону. И имя этой причины – Екатерина Кокорина. Она начинающая певица из Барнаула. С Домиником она познакомилась на шоу «Битва хоров», где тот был наставником хора Алтайского края. Вот именно тогда у них случилась любовь. После шоу хоровики с Джокером и Кокориной записали молодежный гимн Сочинской Олимпиады. Успешно открыли ее. А еще через несколько месяцев Екатерина перебралась в Москву. Вскоре пара перестала скрывать свои отношения. Ну, что скрывать? Нет, было что. Да? Джокер ушел из семьи, в которой у него было 2 сына. Но сейчас отношения с бывшей супругой нормальные. Дети иногда проводят время с отцом и его новый возлюбленный. Ну а сама Катя делает сольную карьеру. Она записывает собственные песни и снялась в своем первом клипе. А в нашем эфире сейчас другой участник шоу «Битвы хоров» с ответом на антигимн краевой столицы. Я завтра улетаю в Питер, потом в Москву по работе. Звоните, если хотите, я занят. Конечно, найду пару минут. А ты думаешь, просто на столице спину гнуть? Ладно, да, я понял. Да что там этот город, сколько бился об лёд, сколько в холостую пороха. Нет, я не виноват, что родился в деревне. Мама, прекрати. К чему эти нервы? Что меня держит там? Да ничего, в том-то и дело. Я уже вырос, да понял, ну а ты как хотела. Ну а что там, 2 одноклассника, 3 друга, 3 соседа. И тебе привет, пока, в принципе, не о чем беседовать. А чем я обязан? Да вроде ничем, не надо про родину. Я самостоятельный чел, знаю, что надо конкретно. Как не понимаешь ты, здесь болото, а в болоте не сбываются мечты. Даже если их сочинять, как Влади из касты в Барнауле, они останутся просто рассказом. Выше головы не прыгнешь, это физика, а мне тем более, ведь я музыкант. Ладно, уже поздно, завтра рано вставать. Все, прекращай, давай, не надо переживать. Да, мы видимся реже, но по-другому быть не может. Хорошо, буду, ладно. Ты звони тоже. Дальше кладутся трубки в разных городах. Одна крайне простая, вторая вся в яблоках. Движение, свои дела, идеи, не тронуты лес. И главное, уверенность, мечты сбываются здесь. Главное понимать, если закрывать глаза, представлять свой карьерный рост и наполненный зал. Тысячные тиражи пластинок строго на репит. Действительно, зачем верить в место, где учился ходить? Город, который все помнит, город, который простит. У каждого своя колокольня, и каждый сам выбирает, где жить. Город-герой для кого-то, для кого-то город любви. И я на автопилоте хожу по нему, я люблю по нему ходить. Город, который все знает, город, который поймет. У каждого своя полоса для взлета, и каждый сам выбирает себе полет. Город, который все знает, город,
мечты может быть. И пусть 2 часа от края до края, но если сложно, то он помогает жить. У меня 2 города, один родной, второй стал родным. И я смотрю изнутри, а не со стороны, на то, как пацаны ставят точки за скобочками. Прочерки словами точными пакуют коробочки, ставят печати сургучевые на городе, где не один год, будучи молоды, встречали новый день. Такое ощущение, что здесь жалят оводы. Мечты, руины и круги на воде. Давайте уже сделаем круг шире, если решили, что мы живем среди серости и кувшинок. Нам таким надо держаться вместе, остаться собой, петь правильные песни и не свалиться за борт. Иногда появляются мысли, родные ли мы с ним, но уходят, когда вспоминаешь. И горько, и кисло, и сладко, и больно, и часто довольно, и по диагонали гоняло здесь, как на поле футбольном. А когда пришлось писать песню, не было мыслей, и спонсоры сказали: используй наш стиль. Саша, пора написать хит, хватит играть в куклы. Но есть одно но, я могу рассказать там про каждую букву. Здесь уголок моей любви, после года сомнений я добился ее, но не удержал, к сожалению. Это когда что-то просыпается в груди и дышит, как тюбик шампуня, если на него давить. Воду лить можно литрами на голову друг другу, но каждый монолит шепчет: вон тот влюбленный ублюдок, у которого здесь все сетями спутано. Красивый город на Оби, это не город Гудвина, и не моя вина, что здесь спина ябычки не желает поднимать голову и носить очки. Просеять через ситечко и, свалившись с дивана, добраться чуть дальше трущоб за стадионом Динамо. В любое время года и при любой погоде здесь рядом с гопотой правильные люди ходят. Играют нефоры в переходе, расписывают стены, тянутся к солнцу, как многолетние растения. Простая, но лихая стать здесь листать не устали. Историю по сей день со времен Сталина и ставни от брусчатки до Инстаграма. То и после тебя мы можем наградить приглашением в гости. Город, который влазит в горсть по нынешним мерам, где сложно стать влиятельным челом, миллионером, отходит на второй план, когда открываешь Америку, когда из-за угла пахнет деньгами и телеком. Здесь любят, здесь живут друзья, но здесь отчаяние, здесь повстречались ты. Вот знаешь, иногда от знакомых из Барнаула слышишь, что живут они на дне. Я, конечно, с ними не согласна, но вот в чем-то они правы. Мы и правда уже 100 лет живем на дне, только на золотом дне. Именно так Барнаул называли революционеры в своей шифрованной переписке. Открыть эту подпольную кличку краевой столицы историки смогли только в 1963 году. И существует 2 теории, почему было выбрано именно это название. Во-первых, Барнаул был далекой провинцией. Но именно здесь был один из самых высоких процентов людей с высшим образованием. Ну а во-вторых, золотым дном в России называли неисчерпаемый источник обогащения. Возможно, 100 лет назад еще свежи были в памяти воспоминания о том, что здесь когда-то выплавляли почти все российское серебро. В общем, если в следующий раз мне кто-то скажет, что живет на дне, я поправлю: на золотом дне. Это свои алтайские места. Курорт Белокуриха. Белокуриха интересна не только как место отдыха. Здесь очень хорошо чувствует себя и южный гость. Любопытно, что скажет по этому поводу строитель скворцов из Молдавии? Да, этот виноград ничем не уступит молдавскому. Секс, насилие и рок-н-ролл, и другие опасности в интернете. Нужно ли ограничивать доступ ребенка в сеть? Как обезопасить его в социальных сетях? И не скажется ли это на его развитии? Обо всем этом поговорим с кандидатом педагогических наук Алексеем Ушаковым. Алексей Александрович, здравствуйте. Вот родители пытаются ограничить доступ ребенка в интернет, ну, опасаясь, наверное, что он найдет какие-то ресурсы сексуального характера. Но самая ли это большая опасность? Как, на ваш взгляд? Первая проблема, которая меня волнует, то, что многие родители не пытаются ограничивать доступ детей к сети интернет. На самом деле проблема большая, и она заключается в том, что интернет — это безграничный источник информации, и мы должны хотя бы приблизительно представлять, как ребенок ей воспользуется. А что они могут там самого страшного найти? Вот о чем родители могут, может быть, даже не подозревают? Все что угодно. Ну, указанное сейчас как пример
например, материалы сексуального характера также могут повлиять на ребенка, потому что через образцы того, что они увидят в сети, они меняют модели своего поведения, которые, в принципе, либо не соответствуют их возрасту, либо дают им ложные сценарии поведения. Но помимо этого же есть разные секты, да, есть разные группы в социальных сетях, где вот какие-то, видимо, взрослые люди каким-то образом промывают мозги, так скажем, детям. Опасность существует, ее не нужно чересчур, наверное, преувеличивать, но опасность существует, и главное, что может сделать родитель, это просто общаться со своими детьми. Если общаться, то через свое отношение к каким-то событиям, какой-то информации, ребенок усваивает отношение взрослого, который он держит за образец. А как блокировать? Вот если дома, например, вот, ну, есть компьютер, да, доступ в интернет, нужно ставить специальную программу? Многие браузеры имеют расширения, например, которые позволяют отключить рекламу. Вот, если взрослым обращать внимание, как реклама, много рекламы. А для детей есть какая-то специальная программа? Да? Я бы рекомендовал присмотреть, например, программу под названием «Интернет-цензор». В свое время она мне очень понравилась, и я ее всячески рекомендую. Но есть подборки для родителей, что-то вроде рейтингов, обзоров, программ, которые обеспечивают доступ. Вот социальные сети. Когда можно уже ребенку там зарегистрироваться? И стоит ли его ограничивать? Стоит ли ему запрещать регистрироваться в социальных сетях? Во-первых, если внимательно посмотреть договор, который мы заполняем, когда регистрируемся в сети, то мы можем увидеть, что многие социальные сети обращают внимание на возраст. То есть там до 18 нельзя или меньше, до 12? Там разная политика, но зачастую либо вообще невозможно зарегистрироваться, либо требуется какое-то подтверждение родителей в ряде социальных сетей. Но социальные сети – это же тоже опасность. Непонятно, опасность с кем общается ребенок. Это вот не друзья, да, во дворе, которых можно посмотреть, узнать, кто его родители, а с кем он там переписывается. Есть разные отношения. То есть я, например, сталкивался с родителями, которые вообще полностью отрицают необходимость какого-либо, и самое главное, что они педагоги. Доверяют, да? Они говорят, что это доверие? Их мнение, что ребенок, которому ограничивают информацию, может чего-то недополучить. Например, опыт работы с этой информацией. Он будет в неком комфортных условиях существовать и будет потом не способен реагировать на эту информацию. Вот интересно. Но, все-таки нужно. Нужно, да? А вот, допустим, доверительные отношения, они же все равно строятся, вот, например, когда ребенку что-то ограничивают родители, то, мне кажется, у него может быть такой протест возникнуть, что вот за ним следят, все дело в степени давления. То есть это должно быть именно доверительная беседа, когда причин скрывать нет, и когда родитель не злоупотребляет тем доверием, которое ему проявляет ребенок. Не должно быть прямых следствий, прямого неодобрения, жесткого какого-то решения. Нужно всего лишь навсего обсуждать, делать какой-то анализ, вывод, вместе приходить к какому-то решению. В ряде случаев самому себе взрослый должен говорить: подожду день, посмотрю, что из этого получится. Хорошо, спасибо большое. О том, нужно ли ограничивать ребенку доступ в интернет, мы говорили с кандидатом педагогических наук Алексеем Ушаковым. Безопасность детей в сети начинается с родителей. Очень часто сами родители ведут себя беспечно. Дети могут вполне стать объектами маньяков, даже если сами не сидят в интернете. Вот часто ли вы фотографируете их и выкладываете в сеть? Оставите ли это при этом геолокацию? А может, хвастаетесь победами и талантами своего чада? Поздравляем, вы подвергаете своего собственного ребенка опасности. Ну вот сами посудите. Вы показываете его лицо, рассказываете о его
его интересах, местах, где он бывает. Поверьте, это может заинтересовать людей с не самыми честными помыслами. В общем, начните с себя, сами соблюдайте правила безопасности в интернете и показывайте своим примером. Здравствуйте, с вами Мария Криксунова и рубрика «Читай Алтай». Однажды мы уже говорили о серии «Сказы народов Сибири» и, в частности, о книге «Алтай Беловодье». А сегодня я представлю вам другую книгу этой серии Теся Пинкова «Берегиня». Эта книга вышла в 2004 году и задала начало всей серии, доказав, что фольклор интересен современным читателям. Эта книга знаменательна тем, что это не собрание устного народного творчества, это авторские сказы, в основу которых легло фольклорное наследие Сибири. Это своеобразный алтайский аналог уральских сказов Павла Бажова. «На миру, как на яру. Кругом тебя люди, и ты человек. А ежели ты человек добрый, так от тебя облегчения ждут. Когда же к твоей доброте еще и ума больше других дано, так с тебя втрое спросится. Так что быть хорошим человеком – тяжелая работа, долгий путь. И держится на земле хороший человек одной лишь надеждой, что кто-то переймет его широкую душу». Теся Пьянкова – самая известная сибирская сказительница. Сказывать она начала еще в 1969 году, дебютировав в литературном журнале «Сибирские огни». Сказительство научилась она у своей бабушки. С раннего детства слушала она пословицы, поговорки, присказки, впитывала все и запоминала. В родной деревне к такому интересу народному творчеству маленькой Таи отнеслись скептически, но впоследствии именно эта любовь и сделала ее знаменитой. Этой книге выпала честь открывать серию, и Сергей Михалков так отозвался об этом сборнике. «Ваша работа – подвиг писателя. Книги ваши будут жить, и благодарные читатели будут их перечитывать». И действительно, сказы Теси Пинковой – это удивительное путешествие в увлекательный мир наших предков. Начните свое удивительное путешествие с похода в библиотеку имени Шишкова. Желаю вам отличного отдыха с книгой Теси Пинковой «Берегиня». С вами была Мария Криксунова и рубрика «Читай Алтай». Подходит время нашего самого любимого утреннего ритуала – завтрака. И прямо сейчас поделимся с вами, почему он больше всего влияет на наше настроение днем. Как известно, во время сна спят и наши органы. Замедляется сердцебиение, дыхание и многое другое. Но когда мы просыпаемся, органы начинают работать с новой силой. В том числе и железы, которые в этот момент активно вырабатывают в кровь гормоны. Активнее других утром вырабатывается гормон кортизол. Его еще называют гормоном стресса, а полезный завтрак способен контролировать его выработку. В общем, если не поесть хорошо утром, плохое настроение на весь день обеспечено. Самое время пожелать вам полезного аппетита. Вы часто готовите рыбу, мясо, овощи, а вот почему-то рецептами супов делитесь нечасто, написала нам наша зрительница Марина Волкова. Марина, мы исправляемся. Сегодня в программе «Полезного аппетита» на обед приготовим фасолевый суп. Для фасолевого супа нам понадобится фасоль белая 250 граммов, 1 головка репчатого лука, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, томатная паста 80 граммов, масло оливковое 50 граммов, соль, специи. В кипящую подсоленную воду мы отправляем нашу фасоль. Предварительно фасоль замочили мы на несколько часов в холодной воде. Пусть она варится, а мы пока нарежем овощи. Морковь, лук и чеснок режем на небольшие кубики. Отправляем в суп и оставляем томиться на медленном огне еще 20 минут. Чтобы суп получился наваристым и ароматным, за 5 минут до готовности добавляем 4 столовые ложки томатной пасты. Если у вас в холодильнике ее не оказалось, подойдет, например, домашний томатный сок или даже свежие помидоры. А еще немного оливкового масла и специй. Фасолевый суп должен настояться, через пару часов он будет куда вкуснее и гуще. Если не съели на обед, смело оставляйте в холодильнике до вечера. Можно делать фасолевый суп на курином бульоне, можно на говяжьем. Здесь уж, как говорится, дело вкуса. Мы сделали такой аскетичный вариант. У нас суп на воде. Получилось чисто вегетарианское блюдо.
Отличного настроения на весь день желает вам не только полезный завтрак, но и мы, утро по-домашнему. Наешьтесь так, чтобы не встать из-за стола. Пропустите работу, устройте себе неплановый выходной и отличное настроение. Ну, обеспечено, проверено. А мы увидимся с вами завтра. Пока. С новостями на этот день в студии Кирилл Политов. Здравствуйте. Сезон охоты на зайца и лису стартовал в Алтайском крае. До 31 января охотник за сезон может поймать 5 зайцев-русаков и 10 беляков и без ограничений отстреливать лис. Делать это можно лишь при наличии охотничьего билета, напоминает в охотуправлении, и документов, подтверждающих прохождение всех прививок у собак. Контроль за соблюдением правил в этот период усилен. Молодые хозяева земли съехались в Барнаул. В Алтайском аграрном университете проходит слет трудовых объединений. Ребята от 14 до 18 лет будут бороться за звание лучший садовод, бригадир, овощевод. Сегодня им предстоит практический тур. Ребята будут сеять семена, пикировать рассаду и черенковать растения. На площади Свободы в Барнауле восстановят Петропавловский собор. Храм был заложен в 1771 году на Соборной площади, которая после революции в 17 году стала именоваться Площадью Свободы. Он стал первым каменным храмом Барнаула. В 30-е годы церковь разрушили. В архивах сохранились фотографии Петропавловского собора, а также планы помещений. Он был построен в стиле барокко с богатым убранством внутри. Здесь и находилась приходская школа и местная библиотека. Место называли духовным центром города. Как выбрать для семьи продукты без вредной химии? Только свежие натуральные торты и пирожные каждый день на прилавках кондитерской сети «Форне». В настоящее время на прилавках магазинов очень много продукции с длительными сроками хранения. А это говорит о том, что используются различные химические добавки, которые удлиняют сроки. Мы работаем на натуральном сырье, поэтому сроки реализации нашей продукции очень маленькие. Свежая сметана, яйца, мед только от алтайских производителей. А еще натуральные орехи, брусника, курага, чернослив – вкуснейшие ингредиенты для создания праздника. В «Форне» торты и пирожные готовят с любовью, поэтому кондитерские изделия особенные, по-домашнему вкусные. Это наша новинка – торт «Медовое счастье». Он состоит из медовых коржей и нежного сырного крема. Кстати, в кондитерской сети «Форне» вы сможете заказать торт любой формы и сложности с изготовлением в кратчайшие сроки. «Форне» – любимый вкус. Желаем вам продуктивного и интересного дня. Не забудьте включить наш канал вечером. Всего доброго!